Уже в эту субботу, 17 сентября, пройдет первый национальный день чистоты. По всей стране ожидаются массовые субботники и просветительские мероприятия. Акцент делается на уборке природных территорий. Буквально через 5 дней в первую очередь государственные и муниципальные служащие внесут свой вклад в охрану окружающей среды. Над уборкой субботника муниципальная инспекция подготовила закрепление, где будут проводить субботники, где затрудненные участки, где более замусорено, можно так сказать, будут чистить, убираться. За всем этим будем следить, контролировать за вывозом мусора. В Кыргызстане вопросы обращения с бытовыми отходами стоят так же остро, как и во всем мире. Они превращаются в проблему, представляющую угрозу экологической безопасности и здоровью граждан. Поэтому при сборе мусора организуется раздельный сбор отходов. Кроме того, что будет уборка мусора, мы хотим показать, что мусор нужно разделять, что нужно внедрять экокультуру в сознание наших людей. Если мы будем разделять за раздельный мусор, научимся его разделять, соответственно, у нас уменьшится число и количество стихийных свалок. У нас уменьшится меньше мусора будет на полигонах, на свалках. Вот. Мы будем разделять в этот день бумагу, пластик, железо в отдельные мешки и будем отвозить, передавать переработчикам. Соответственно, переработчики уже покажут нам конечную продукцию. Национальный день чистоты в третью субботу сентября и апреля будет проводиться по всей территории страны в рамках программы компании «Таза Мурас». Старт ей дал президент. Антимусорная акция – это объединение усилий широкой общественности, СМИ, государственных и бизнес-структур для очистки территорий от мусора, который существенно снизит общественный экослед, говорят специалисты. Призываем горожан именно принять участие на субботниках, не оставаться в стороне, чистить именно там, где вы проживаете, близ расположенных местах, чтобы город был еще чище. В целях создания эффективной системы по сбору, транспортировке, утилизации, переработке и захоронению бытовых отходов, предотвращении их вредного воздействия на здоровье населения, президент Садыр Джапаров подписал указ, в рамках которого даны поручения Кабмину. Забота об экологии, чистоте и комфорте начинается с каждого из нас. Прояви гражданскую активность, не оставайся в стороне. Наргиза Нурмаметова, Нурдан Карпеков, «Пирамида».